Медицинский институт СВФУ изучает состояние здоровья жителей северных районов. На этой неделе медицинская группа вуза работала в поселке Чекурда Халаяховского района. Главной задачей группы стало подписание договора о совместном сотрудничестве с муниципалитетом по второй комплексной экспедиции по изучению и развитию производственных сил в Якутии и оказанию помощи в социальной сфере. В первую очередь университет решил провести такую экспедиционную работу в 10 арктических районах. В течение нескольких лет за счет финансирования нашей республики, в первую очередь правительства нашего, и за счет финансирования Российской академии наук будут проводиться исследования. В первую очередь в социальной сфере, это в области повышения качества здоровья населения, по повышению качества образования, это социальные вопросы, проблемы экологические решать.